Привет, ребята, опята! Меня по-прежнему зовут Дарья. И как вы заметили, что я решила переехать на улицу, где свежая погода и дует свежий ветер. И сегодня, так у нас необычная обстановка, значит, должно быть и необычное видео, а именно блуперсы, ляпы, о которых невозможно молчать. Блуперсы! Так, Элиза. Это Бетховен! Всем добрый день, дорогие друзья, и в такой Вот ты мне скажи, как лучше готовиться к экзамену? Я еще не сказала. Привет, ребята, опята. И как вы заметили, я сейчас нахожусь не дома, а это значит что? Правильно, я буду снова Рады ли вы быть студентами? Милена, мы переснимаем видео! Там парочки какие-то сладкие, Абрам и Сарочки, а я вот сижу тут на этом. Что ты пожелаешь учителя нашего любимого педколледжа? Еще раз. А то это вырежу, директор скажет. Как ты считаешь, какого певца обязательно нужно послушать на 8 марта? Так, ну я думаю, наверное, Аллу Пугачеву. А какую именно песню? Хорошая песня у меня есть. Не плачь. Еще одна осталась, но у нас... Давай вместе. Это Буланова. Давай еще раз. Работаем. Давайте быстрее, давайте мне чай не попила. Я не покушала. Давайте. И для основного блюда нам понадобится сосиска и яичко. Давай говори нормально, сядет этот, зарядка. Да? И в сегодняшнем разборе мы будем смотреть в кинотеатре. Мы тут работаем. По вашему мнению, что нужно слушать, какого артиста именно 8 марта? Вы там можете сказать Киркоров, там, не знаю, Панин. Аня, Панин. Привет, ребята, опята. И как вы заметили, я нахожусь не дома. А что ты тут стоишь? Иди отсюда. Нормас! Моя идея лучше. Ты что, сырую сосиску ешь? За 135 рублей? Сырую! Бля, ну все, стафилококк, идите. О май гад. На вкус как колбаса, я колбасу не ем. В честь чего был установлен Международный женский день? Он был установлен в... Как вы считаете, не избито ли дарить тюльпаны? Ой, знаешь, у меня в дворе растут тюльпаны, так что нет. Что по скидке, то дарю. То, что и на халяву, и творог, хлорка. Смотри, День студентов, как и Татьянин день, празднуется в один день. Тихо! Он жирный будет, пипец. Как и я. Вы знаете, я всегда, кстати, в работе выбираю именно женщин, девушек. Вот посмотрите, мой оператор тоже девушка. Красиво. То очень красиво. На маленького похож, да ведь? Красота видна. Нет, она своеобразна. И неповторима. Знаешь, что уже люди тебя знают по одному интересному видео? Скажи честно, они проголосовали за тебя? Я звезда. Да. В следующем году я стану президентом. Ты против Вень. Да. Александр, скажите, пожалуйста, как вам организация данного мероприятия? Да, Дарья, мы вас слышим. Знаешь, что, дорогой, ему скажу тебе? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Скажи мне, пожалуйста, каким должен быть настоящий студент? Еще раз. Можно приготовить, между прочим, баклажан по-корейски. Сегодня? Да, именно сегодня. Потому что это у меня, знаешь... А вообще-то 3 февраля баклажаны очень дорогие. Я миллионер? Ну, 3 февраля можно себе позволить такое? Нет, нельзя. Дорогая моя. Как и 5, как и 6, и 7. Ты знаешь, сколько сейчас баклажаны стоят? Причем, чтобы их сделать... Привет, меня зовут Дарья, и в такой... Нормас! Вот прям заплетается слово. Дико. Я не могу расслабиться, я делаю это для колледжа. Понабрали по обновлению. Жара жопу жарит. Действительно, никто не пробует в конце. Они или сыкуют, или что? Я вот делала. И что? Я выкинула. Серьезно? Да, он вообще был отстойный. Потому что не я делала. Вообще есть невозможно. Ну, мы сидим. Тут пришли на это великолепное мероприятие. Пошли. Нет, не отсюда. Ты только дурали. Саша, нормально, держи дур такого. Ну, а как я поняла, что все торговые центры... Так, что такое, мама, что ли? А нет. Обычные ляпы, которые простоят... Даже тут. Здравствуйте, мужчина.
Спасибо, Рахмет, Рахмет, все правильно, спасибо большое, да. Да, сфотографировали. Эй, мэ! Работаем. С удовольствием. Прямо, спасибо. Здравствуйте, проходим, не стесняемся. Если говорить о музыке, то Татьяна Овсиенко, Татьяна Буланова, спасибо. Да. Это я отказываюсь работать, это не персонализм. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. На самом по-прежнему Дарьчик. Скоро увидимся.